Вот оно. Мне все же удалось найти нетронутое изображение священного артефакта Зефо. Мой друг, присмотрись. Это Миктрул в хранилище Набогано. В руке он держит некий предмет. Я считаю, что с помощью этого предмета владеющий силой способен познать тайны хранилища. Это ключ и проводник. Астриум Зефо. Но кто уничтожил другие его изображения и зачем? Это еще предстоит понять, однако следующий шаг очевиден. Найти Астриум, если хоть один уцелел. Астриум, ты о таком слышал? И я нет. Но ключ... Да, я догадываюсь. Похоже, мы знаем, что надо найти. Я знал, что ты туда рванешь. Посмотрим, что ты нашел. Отлично, Падаван. Путь свободен. О чем ты говоришь? Мне нужно было поднять гробницу. Теперь я получила, что хотела, и ты больше не нужен. Ты можешь исправить, что она сделала? Спасибо. Надеюсь, новое шифрование защитит от нее.
Это процессор разведчика. Каково это взламывать других дроидов? Да, мне тоже было бы странно взламывать людей. Но это же ради благого дела.